Всем большой привет! Наконец-то я получила свой заказ Биосеа. В одном из влогов мы с вами листали этот каталог. Я вам показала, что выбрала. Наконец-то приехала. Кстати, Катя на своем канале показала больший заказ. Это у нее я заказывала. Но взяла мое, не показала. Я думала, сначала она покажет, и я тут это. Потом вторую серию строю. Но нет, она решила мой заказ не показывать. Сказала, что я сама это сделаю. Ну что ж, давайте смотреть. Спрашивали, чья косметика. Франция написано, французская. Что взяла я? Влюбилась я, просто влюбилась вот в такую яркую упаковку линейки Бора Бора. Тут обещают тропический релакс, тропический букет, тропический микс. Это гели, крем-гели, просто гели для душа. И на второй странице в этой яркой красочной линейке шампунь гуава папайя, крем для тела кокос ананас, крем для рук маракуя и манго, и крем для ног зеленый коктейль. Я взяла не все, взяла только часть. Давайте мы с вами посмотрим, что взяла я. Мимо гелей я долго топталась, у трех гелей взяла два. В один влюбилась просто без памяти. Во-первых, смотрите, какая красивая упаковка. Во-вторых, все продукты я специально не отрывала. Ну, то есть я отрывала, потестировала ароматы, опять залепила. Очень мило вот так упаковано, как бы легко снимается вся эта пленочка. И в то же время доставляется все аккуратно. Да, вот. Вот этот аромат, я просто влюбилась в него. Сзади посмотрела, думала, интересно, что входит в аромат. Вот я вам покажу, но на обоих гелях написано одно и то же. Мне показалось больше вот такие свежие цветы, типа жасмина, ландыша, вот что-то такое весеннее. И хотя написано тропическое, мне показалось, что больше что-то наше. Но и вот аромат манго или чего-то такого здесь, мне показалось, присутствует. На улице такой сильный ветер, просто шквальный какой-то. Если бы у нас стояли деревья, я бы боялась, что они упадут. В общем, вот такой вот гель первый, который ко мне приехал. И второй, даже название такое Бора-Бора. Вот такой тропический релакс Биосеа. В них, кстати, по 200 миллилитров. И вот я вам покажу, тут написано, в принципе, то же самое. И у них у всех есть коды для заказа. Кстати, если хотите заказывать, можно заказывать. Регистрационный номер Катин я могу указать внизу. Она регистрирует. Ну, а можете просто смотреть и ждать наши отзывы. Ну, вообще, вот мне аромат прямо понравился. Вот особенно прошлый, который я вам показала. Это тоже приятный, но это вот больше, конечно, тропические фрукты и немножко цветов. А вот прошлый гель, вот этот, он меня прямо вот реально зацепил своей какой-то красотой просто аромата. Так, из этой линейки я взяла еще два продукта. Это крем, один для рук и другой для ног. Ананасик вижу. Маракуя и манго. Нет, это не ананасик, это, видимо, манго был резанный. Ой, в них 75 миллилитров. Также вот эта вот интересная упаковочка. Типа цветного скотча с названием бренда. Я не открывала для рук, для ног. Сейчас, подождите, что-то я насмерть приклеилась. Ну, давайте так откроем. Так, и посмотрим. Мне аромат интересен. Он такой не сильно густой. Поставим эту красоту сюда. Вот он не сильно густой. Такой чувствуется увлажнение. Вы знаете, приятный. Аромат приятный, но не ярко выраженный. То есть, если вот сравнивать с гелями для душа, вот пока на первом месте у меня остается вот этот тропический букет, это вот просто взрыв моего мозга был. Настолько он мне понравился сильно. Что там за фрукты, цветы такие тропические? Это просто что-то нечто. А вот крем для ног, тут написано, что это зеленый коктейль. То есть, видимо, должна быть какая-то зелень. Для ног это как раз очень даже хорошо. Так, получится. Давайте я вот здесь. Я позднее расскажу про ароматы. На самом деле у меня руки со всех сторон просто
такую арома выдержали нападение. Ой, какой приятный. Вы знаете, зелень, но зелень даже какая-то парфюмированная. Очень понравилось. Крем для ног прям даже, наверное, больше, чем крем для рук понравился. Потому что я сегодня очень много тестировала ароматов. И что-то такое сладкое мне немножко поднадоело. Вот такая интересная линейка. Согласитесь, она красивая. Она правда красивая. Ну что ж, смотрим дальше. С этой мы закончили страничкой. Далее, что я еще увидела в этом каталоге, это шампунь. Шампунь я взяла вот этот оранжевенький Эклат для жирных волос, 200 мл обещает. Регулирует функцию сальных желез, понижает склонность волос к жирности и освежает, придает объем. Экстракт липы. Препятствует выпадению. Если это здесь экстракт липы. Ну, давайте я вам покажу сам шампунь. Вот он такой симпатичный. И тоже, видите, какая хорошая, интересная. Вот такая упаковка. Не снимала, чтобы вам показать. Хотя, ну, я открывала, чтобы потестировать. У него аромат. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот как у жвачек мятная оболочка. Вот что-то такое прямо... Яркая, вот здесь не знаю, написан аромат, не вижу, шампунь. Давайте вот так вот поближе покажу, вдруг вы увидите. Вот для жирных волос, и что там дальше? Ну, я вижу, то и блеск тут обещает, эфирные масла, иланг-иланга, да, и, ой, как все блестит, розмарина. Так, прямо все блестит и переливается. Даже мои пальцы там светятся красиво. Ну, в общем, восторг. Пока у меня полный восторг. Хотя еще ничего не тестировала. Только достаточно мне было, видимо, понюхать, чтобы уже очароваться. Так, что еще? Сейчас еще тут закладочку увижу. Ага, вот. Ароматы свежего утра. И здесь гели для душа. Причем ароматы, давайте я вот так вот покажу. Ароматная клубника, морской бриз, солнечная календула, экзотический лайм, сочная смородина, сахарная вишня, пряная мята. И вот здесь вот просто упал сраженный бодрящий грейпфрут. Вот на грейпфруте-то я тоже и остановилась. Мне кажется, сама линейка, когда они все вместе бы стояли, было бы интересно, смотрелось бы. Ну, мне хотелось хотя бы один из них потестировать. Я цены не называю, но я открываю вот так страницы, наверное, вы видите. Весь заказ у меня вышел на 1000, ну, правда, со скидкой, вот полная скидка представителя по себестоимости, на 1100, что ли, ну, немного. Вот так выглядит этот грейпфрут, он там вот как бы на задней панели стекла, ну, вот, на задней стенке флакона изображен, и поэтому эффект такого как бы 3D-шности. Тоже давайте это все дело оторвем. Это все для вас я сохранила. Посмотрите, какая хорошая гущина. И о, это грейпфрут. Это грейпфрут, который хочется выпить. Вот такой вот он симпатичный. Может быть, у меня дефицит общения с уходом в магазинах, но я такой писк устроила сегодня, пока я это все нюхала, тестировала. Мне даже понадобилось время успокоиться. Ощущение было, что мне кто-то прислал посылку, хотя я все это знала, я сама лично заказала. Но ощущение такого праздника, может быть, я давно не шопилась с уходом, вот с косметикой. Ну, в общем, радость была очень-очень высокая. Так, когда я уже сделала заказ, мне Катя сказала, что, Свет, ты не обратила внимания, но посмотри, вот на этой странице хорошее предложение при покупке в каталоге на 700 рублей, скраб для тела,
вот определенный, за 159 рублей. Вообще этот скраб для тела 269 стоит, а так 380. Ну, я думаю, 159, а скрабы я люблю, вы сами знаете. Я решила, что мне он срочно нужен. Так, что обещает этот скраб под циферкой 3? Бережно отшелушивает омертвевшие клетки, дарит коже гладкость и шелковистость, тонизирует и подтягивает кожу. Подтягивает, это размечталась я, тут не написано так. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу. А мне сразу надо, чтобы скраб меня подтянул, размечталась. Ну ладно, пусть не подтягивает, но хотя бы подготовит. Я его, девочки, не стала открывать. Видите, тут уже не зафольгировано, а вот такая вот защитная стоит пластиковая заглушка, в общем. Поэтому скраб я открывать не стала, но вижу, что здесь какие-то листики интересные, наверное, что-то интересное. И он, по-моему, на этих косточках абрикосовых. Где-то я увидела, что абрикосовые косточки там присутствуют. Может быть, я это увидела вот здесь или здесь. В общем, где-то я это увидела. Так, и, наверное, последнее, что я очень хотела. Вот такая есть линеечка. И эта линеечка, каждая страничка для разного типа кожи. Что-то для сухой, что-то для жирный, для чувствительной. Так, сейчас. Вот, видите, для нормальной. То есть каждая страничка для чего-то, для комбинированной, вот я вижу. А моя страничка, вот, 64-я. Здесь меня впечатлил вот этот двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз, 150 мл. Стоил он 299 рублей, вроде бы дорого, но вот этот гель для контура глаз 339, он обещают за 99, если по каталогу будет вот на 999. Ну, так как у Кати, ну, даже я сама на такую сумму набрала, а так как клиенты тоже набирали, то я решила оба этих средства взять. А вот здесь на страничке ранее немножечко о них написано. Так, вот он, двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз. Так, смотрите, вот, видите, тут еще линеечки я сейчас разглядела. Очищение, тонизирование для всех типов кожи. Розовенькая полоска комбинированная, фиолетовая сухая и жирная зеленая. Ну вот у меня получается, наверное, вот это вот для всех типов кожи. Ну, тип у меня общий. И вот этот вот лосьон. И вот контур для глаз. Смотрите, что здесь написано. Обещает даже чуть-чуть тут что-то мне разгладить. Мне ж надо, чтобы все мне разглаживал, даже скраб. Ну, давайте начнем вот с этого, с двухфазного средства. В нем 150 мл. Но вот я к тому, что, несмотря на то, что он 299, то получается второе это средство для контура глаз 99. И они оба более выгодно вместе, в паре получились. Давайте я сразу перемешаю. Это достаточно жидкая текстура. Лучше, наверное, вот так открыть. Она белая. Я ожидала двухфазку, что, как обычно, знаете, половинка зелененькая, половинка беленькая, либо голубенькая и беленькая. А тут вот она такая молочная, цвет молочный. Пахнет ромашкой, чем-то таким не парфюмированно косметическим, а скорее вот травки-муравки. И именно вот аромат, наверное, даже ромашки, вот такой вот какой-то аромат. Ну, как он будет действовать, я не знаю еще. Попробую и на водостойке попробую использовать, и обычный макияж посмывать попробую. Ну, потом расскажу. Ну, и для контура глаз очень хотелось мне попробовать тоже этот продукт 15 мл. У меня сейчас есть открытый, даже он в очередь встанет. Тут срок годности. Давайте я поближе покажу. Он у меня еще закрытый, то есть вот это вот не прокатывает. 6 месяцев это открытый. А вот если вы увидите, сколько срок годности. Вот это чего? Это Франция. В общем, я потом посмотрю, сколько он может подождать. И если он ждать не может, то я им воспользуюсь пораньше. Ну, пока не вижу. Ну, ладно.
Тут изготовлено все свеженькое, я так думаю. Может быть, здесь и срок? Да, вот, смотрите, где срок. До 23-го года. Все отлично, то есть может ждать. Вставай здесь с краешку. Вот такая красота. И я у сестренки конфисковала. Она взяла себе. Ну, не только себе, но и своим клиентам. Сейчас я вам покажу. Когда я листала этот каталог, я вам показывала, вот, что весь хвост каталога – это ароматы. Ароматов здесь не так уж и много, может быть, порядка 10-15. И я не взяла ни одного тестера-пробника. Они по 40 рублей, вот почему-то не догадалась. То есть подумала и не взяла. И декоративку я не стала брать на пробу. Но что мне понравилось? А понравилось мне то, что здесь, оказывается, набор был пробников, и его взяла себе сестренка. Ну и, естественно, все эти пробники сейчас у меня. Она не успела ни один потестировать. Все у меня. Наверное, это выгодно. Тут их, по-моему, 8 или 10. Так, сейчас, подождите, посмотрим. Давайте я вам их покажу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. То есть отдельно каждый стоит 40 рублей, а 350 – 12 штук. То есть очень-очень выгодно получается. Каждый меньше 30 рублей. Вы знаете, что меня впечатлило, вот если взять общую картину этих ароматов? Я вам сейчас скажу, что меня зацепило. Может быть, это потому, что каталог как бы весенний, поэтому такие ноты. Вот смотрите, я вам зачитаю первые ноты, ну или вторые там. Жасмин, персик, цветы апельсина, ну и дальше опять жасмин, ваниль, там черный перец, ладно. Лимон, грейпфрут, жасмин, белая роза, нероли, дальше. Магнолия, персик, иланг-иланг, цветы персика, но вот здесь вот я не вижу. Вот единственный, в котором нет лимонов никаких. Следующее. Яблоко, грейпфрут, лимон, магнолия, мирт, ландыш, роза. И дальше кедр, пачули. Здесь лимон, бергамот, персик, роза, жасмин, ландыш. То есть, представляете, почти каждый аромат начинается с цитрусовых. Имбирь, цедрат, грейпфрут. Дальше черный перец. Вот, мандарин, лайм, грейпфрут, нероли. Представляете? И они очень интересные. Тут один только такой очень сложный аромат. Цитрусовые ноты, просто прелюдия цитрусовой ноты. Жасмин, ирис, ландыш, белый персик, ваниль. Вот этот я влюбилась. С первого вдоха понравился. 30 миллилитров. А вот этот аромат... Смеюсь, потому что Катя взяла себе крем, и она сказала, что аромат просто ужасный. Но она вообще плохо дружит с ароматами. Но этот я понимаю, почему ей не понравился. Тут эфирное масло лимона, бергамота и нероли. То есть, представляете, эфирное масло лимона. Это как будто вот концентрированный лимонный сок. Этот аромат отличается от всех своей цитрусовостью и вот этой вот кислотой. Прямо вот до оскомины. Такой он оригинальный, конечно, он очень отличается. Если у всех нота цитрусовая переплетается с цветами розы, ландыша, жасмина, то тут он вплетается в мяту, в черную смородину, в перец и зеленые ноты. То есть он такой достаточно сложный. И он у них самый дорогой. И, кстати, стойкий. И влюбилась я вот в эту линеечку. Тут туалетные воды, они немножко как бы имеют, ну вот, наверное, сейчас увидите оранж, да, видите, чего тут, роза, вот я вижу. И что в них интересное? Тоже в каждом почти есть лимон. Вот первые ноты оранжа, яблоко, лимон, бергамот, сразу два, мандарин, клубника, то есть сладость тоже есть. Второй. Бергамот, мандарин, листья черной смородины. Это первые ноты, я только читаю. Третья вода. Мандарин, лимон, яблоко. Четвертый. Бергамот, мандарин, лимон. И только там следующие. Бергамот, листья черной смородины, зеленые ноты. И апельсин, бергамот. Ну, вы понимаете, да, то есть о чем я говорю. То есть почти во всей линейке ароматы имеют цитрусовые ноты.
И вы знаете, очень даже неплохо. Если вы любите цитрусы, вам понравится. Некоторые ароматы меня просто вот впечатлили и пленили. Настолько они оказались для меня интересными. Я прямо испытала от некоторых полный восторг. И слюни потекли, что я могу сказать, на некоторые. Я уже тут вся в слюнях. Пробники Катюшке отдам, пускай дальше клиентам показывает. Но если будет денежка, я так думаю, что парочку ароматов-то мне бы хотелось иметь. Единственное, что влюбившись вот в эти 30-миллилитровые ароматики, которые в конце... Так, где они? Это болтательный влог. Вы не думайте, я не время тяну, мне просто хочется поговорить на эту тему. Вот эти. Тут один мужской. И мужской имеет 50 миллилитров и 999 рублей. А женский 30 миллилитров 899. Но вот они очень понравились. Они не очень стойкие, но раскрываются они, конечно, очень красиво. И некоторые ароматы, вот особенно вот этот тоже 30 миллилитров, хотя, но он мне понравился. Какие-то вот эти нет, не знаю, как-то не зацепили, наверное. Или бы я не запомнила просто. Вот какой-то вот из этих, видите, они идентичные, но вот какой-то из этих мне прям понравился очень-очень тоже. Наверное, вот не этот ли, вот который на этой странице. Правда, вот здесь тоже есть. Может быть, вот такой. Ну, в общем, я сейчас не помню, тоже 30 миллилитров они, но цены, видите, не слабенькие. Вот. Ну, теперь точно все. Мне очень хотелось похвастаться, вам все рассказать про мою новую любовь, новое знакомство. Давайте я вам ссылку на Катин ролик оставлю, либо на... Ну, если вдруг захотите там регистрироваться, я знаю, что там, чтобы зарегистрироваться, нужно написать номер, кто вас привел. Ну, вот я всю информацию все оставлю. Если интересно, можете попробовать. Так что, ну, действительно, что-то новенькое, оно всегда притягивает, ну, любителей, по крайней мере, ухода, которые хотят где-то что-то потестировать. Ну, почему бы не попробовать, кто мешает. Все, на этом я давайте закончу. Всем хорошего настроения, улыбайтесь друг другу, я улыбаюсь вам. Всем пока!